В данном видеоролике рассмотрим вариант интеграции UDS и кассовой системы Frontal Expose. У нас версия Frontal с клавиатурой, поэтому часть действий объясним словами. Сначала кассир формирует чек клиента, забивает все товары в чек, и когда уже чек сформирован, нужно нажать на кнопку ввода бонусной карты или номер телефона. В нашем случае это кнопка Ctrl F7. Откроется окно для ввода кода клиента из приложения UDS App. Вводим код клиента 321 и нажимаем на кнопку «Подтвердить». Отобразится информация о клиенте, сколько бонусов клиенту доступно для списания, общий баланс бонусов и статус компании. Нажимаем на кнопку «Подтвердить». Переходим к расчету чека. Для списания бонусов нужно вызвать соответствующее контекстное меню. Опять нажмем на комбинацию клавиш, в нашем случае это кнопки Ctrl F5. Автоматически подставляется максимальная сумма к списанию бонусами, но вы можете внести корректировку, например, списать 80 бонусов. Сумма чека уменьшилась на сумму списанных бонусов, и оставшуюся сумму оплачиваем наличными или банковской картой. Ну, например, оплатим наличными. После того, как чек закрыт, клиенту будут списаны бонусы,